Вместо проверки документов – приятные пожелания, цветы и комплименты. 8 марта на дорогах Сарова автоледи получали поздравления от инспекторов ГИБДД. Удивление и улыбки не сходили с лиц водителей и пассажиров. С праздником вас, всего самого-самого хорошего. Спасибо. Ни жезла, ни гвоздя на нашей саровской дороге. Спасибо большое. Так, с праздничком. Спасибо. Спасибо. Акцию «Цветы для автоледи» саровские полицейские проводят уже много лет. По словам начальника ГИБДД, женщины на дорогах отличаются аккуратностью и ответственностью. В праздник особенно хочется порадовать и поблагодарить их. Несмотря на то, что им там иногда не достает опыта вот в таких экстремальных, может быть, вождениях, условиях снегопада, но, тем не менее, они намного-намного порядочней и, скажем так, более законопослушней, чем мужчины. И чем больше женщин будет на наших дорогах, я думаю, тем они будут безопаснее. Сегодня было у всех прекрасное настроение. Вот самое главное, чтобы наши водители, и не только женщины, но и мужчины, соблюдали правила дорожного движения. Госавтоинспекторы также напомнили участникам о безопасности. О том, что нужно быть предельно внимательными, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и соблюдать правила дорожного движения, особенно в праздничные дни. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.